Да. Так вот, что же я хотел сказать? Что все эти люди, которые ходят в храмы, православные или католические, в мечети, в синагоги, в ашрамы, молятся, медитируют, мастурбируют, там, релаксируют и так далее и тому подобное, они же все, по сути, во что-то верят, да? Но при этом осуждают вас за то, что ты неправильно одет. Как-то так, да? То есть, если ты не в ватнике и не в валенках в России, значит, ты гей. Если ты не одел кандору или абаю в Эмиратах или где-то еще в Саудовской Аравии, значит, ты тоже какой-то не такой. Если ты там, не знаю, не одет в униформу в Северной Корее или в Китае времен Мао Цзэдуна, значит, ты тоже какой-то странный, не такой. То есть люди в 21 веке, люди в кавычках, да, существа, двуногие, прямоходящие, они продолжают осуждать и не воспринимать то, что не вмещается в их бокс, то, что не вмещается в их коробку восприятия этого мира. Кто бы ты ни был, кем бы ты ни был, что-то, если они видят не такое и не так, то, что не вписывается и в концепцию мироздания, то, что не вписывается их в систему координат, да, то, что ты плохой, ты злой, ты не такой, мы не будем с тобой дружить, мы не будем с тобой играть. Знаете, как был мультик про голубого щенка? Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Вот, и им не важно, кто ты, что ты, как ты думаешь, как ты мыслишь, как ты вообще воспринимаешь этот мир. Много разных людей, я знаю, они таятся, они боятся показать себя, открыть себя, они стесняются, у них вот это ложное стеснение, ложная скромность, ложная стыд, ложный стыд, в который они погружены вот этим социумом, который вот наложил вот эти штампы, наложил вот эти, вот эту систему координат, вот эту систему сознания, систему ценностей, и ты должен вот так ходить все время в робе, ходить все время в каких-то кирзачах, ходить там в каких-то, не знаю, с одинаковыми прическами, с бритыми, короткой стрижкой затылком. О, тогда ты свой, братан, давай, ты же русский или не русский, давай, давай, братан, и ты понимаешь, а если ты просто хочешь культурно посидеть с бокалом вина, пообщаться, подарить девушке розы, подарить девушке цветы. Вот много ли из вас, вот парни, да, дарили девушке в своей жизни цветы? Я знаю, многие, да, тоже такие же романтики, как я. И могут преподнести девушке букет цветов, роз, пригласить ее там на карнавал в Венецию, пригласить ее на, не знаю, там, какой-то биеннале, да, в Венецию, там, и прочее, прочее, прочее. А многие из вас даже не знают, что это такое. Многие знают вообще, что за слова, этих слов значения не знают. О чем уж говорить там про какие розы, про какие цветы, про какие биеннале, про какие карнавали. И многие из вас только знают только один язык в своей жизни, там русский, да. А другие знают только английский. Все. И они считают, что все, самодостаточно. Мир и жизнь для них состоялась, им ничего не нужно. А другие знают только арабский, например, да, или китайский. И все. Для них вот жизнь в их социуме, в их боксе состоялась. Им не нужно больше ничего. Они не хотят расширять свои горизонты. Им не важно, плоская Земля или круглая, есть там жизнь на Марсе или где-то в другой галактике, или вообще бескрайняя Вселенная или не бескрайняя. Им даже не важно это. Хорошо, если у тебя есть мнение, хотя вот одни говорят, что жизнь на Марсе есть, другие говорят, что жизни на Марсе нет. Одни говорят, что Земля плоская, другая круглая. Это уже хорошо, когда у тебя есть свое собственное мнение, когда ты можешь его отставить. Но когда ты дурак, быдло и чмо, ты просто слушаешь других. У тебя нет своего мнения. У тебя нет своего мнения вообще по любому поводу. Ты просто чмо. Ты просто быдлан, который просто слушает то, что говорит тебе сосед или друг. И ты, у тебя нет даже силы, мужества сказать «извините». А я так не думаю. Простите, у меня есть другое мнение по этому поводу. Нет. Коллективно массовое сознание. Братан, давай, К сожалению, 90% населения Земли, это не только в России, это есть в Европе, в Италии, в Англии,
в Австралии, в Австрии, в Америке, в Канаде, в США, везде есть вот эта прослойка быдла. Запомните себе раз навсегда. Быдло есть везде и всюду. Есть везде и всюду. И я могу об этом говорить, потому что я путешествовал, ну, как минимум в половине из этих стран я был или встречался с представителями этих вышеназванных стран. И, к счастью, большинство из них это были, конечно, интеллигентные люди, потому что я вращался просто в университетских кругах, я общался в студенческом мире, где люди, как минимум, что-то изучали, что-то читали, у них был опыт общения и пятое, и десятое. Понимаете? А в другой среде, там, не знаю, может, там, люмпина пролетариата класс, там, или там рабочий крестьянский, я не знаю. Потому что, опять-таки, общество делится на слои, на вот эти социальные группы, на вот там уровни пирамиды, да? И ты можешь видеть, например, вдруг завтра представителя, там, не знаю, из Канады, или Китая, или из Японии, или откуда угодно, или из той же России. И у тебя первое впечатление сложится по вот этому человеку. Поэтому я, да, может быть, вот с одной стороны, ограничение выдачи виз россиянам оправдано. Но здесь есть всегда обратная сторона медали. А вы не боитесь, вот господа европейцы, кто понимает русский язык, особенно итальянцы, сейчас послушайте меня внимательно, вы не боитесь того, что завтра у вас будет еще большая жопа, еще большая кула, еще больший кризис, чем сейчас, сегодня, до этого момента и в момента после пандемии ковида и прочее, прочее. Вы не боитесь? Siete non paura, итальяне, кариссими, siete non paura, che dopo domani, o domani, voi già andate giù, economico è tutto altro, è business, è tutto marketing, and everything will be go down. Carissimi italiani, carissimi miei amici italiani, io conosco, magari parlo italiano non è troppo bene, adesso già ho dimenticato tanto che vuole dire, che prima studiato un po' e noi siamo stati un amici e noi abbiamo un'amicizia grande, noi bevuto tante vino, bene vino italiano, rosso, bianco e così, a Venezia anche, a Milano. E noi siamo... Io sinceramente innamorato di Italia, lo sai, anzi, comunque... Io non vorrei dire qualcosa brutto per l'Italia, non vorrei rompere scatole, non vorrei rompere coglioni come vostro governo sempre fanno per me, come vostro governo italiano sempre fanno per me. Ma io anche rispetto il governo italiano perché anche loro fanno tante bene per me, tante bene cose, ma altro anche non è troppo bene e... Comunque, vorrei dire cosa. Mi tante manca questo tempo in Italia. Mi tante manca Italia, Venezia, Roma, Pisa, Firenze e altri tanti paesi. Sai, Trento, Alto Adige, Sud Tirol. Mi manca perché io... ho memoria, grande memoria per il tempo, quanto io ho spento, quanto io ho spento in Italia, è stato molto felice, un po', sì sì, e così vorrei dire grazie mille per questo, grazie mille. Carissimi italiani, semplici popoli d'Italia, quale io conosco, chi conosco, non conosco. Voi siete bene popolo, troppo bene popolo di tutto il mondo.
ma il vostro governo sinceramente a me non mi piace tanto. Per quello è il mio messaggio, per quello i miei messaggi e tanti post in Facebook e in Instagram e bla bla bla. Perché io vorrei cambiare cose. Io vorrei cambiare cose perché vorrei Italia ancora sta bene. Italia ancora forte. Italia come io conosco prima, cultura d'Italia, questo Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio. Questo cosa per me Italia serve. Cosa per me Italia costa. Questi gallerie uffici. Firenze, Roma, Pisa, Venezia, certamente. Ma Venezia è unica, e Venezia è libera, e Venezia è... Venezia è sacra. Venezia è il mio altro patrimonio. Is it correct? Sì, credo di sì. E così Venezia è mia, sempre il mio cuore, dentro del mio cuore. E vorrei dire, se voi devo fare qualcosa, cambiare qualcosa. Ricordi di un scrittore, si chiama Gianni Rodari, che scrive Gelsomino. Purtroppo non è troppo famoso adesso in Italia questo scrittore, questa favola, ma ricordare i nostri genitori, nostri papà, mamma, chi conosco questa storia, questa favola, conosco questo scrittore, voi devo ancora fare un altro rinascente. Rinascente e rinascimento. Perché questa grande storia dell'Italia ha anche di film, musica, di film di Antonioni, Federico Fellini e altri maestri di questo Visconti. Questa è una grande storia, una grande cosa, molto particolare, molto grandissima, e mi rispetto tanto questa storia di Italia, di cultura. Io ho studiato di quello, studiato Raffaele, anche tanti c'è quadri in Hermitage Museum di San Pietroburgo, scusa, e tanti quadri c'è anche gallerie, uffici o Louvre. E Italia in tempo di prima, in ancient time, fare tanto per il nostro mondo adesso. E io vorrei visitare Italia ancora, ma vorrei visto, vorrei sentire l'aria e spirito, atmosfera di arte, di cultura, di grande ispirazione. Perché per me manca, sinceramente, tanto manca questa paesia e questa cultura e questa atmosfera di arte, di amore, di tutto. Questo è importante. Io rispetto tanto rispetto Monica Bellucci. Io rispetto tanto un altri artisti, attori, registi, artisti che adesso fanno o fare o qualcosa in futuro magari. Ma mi dispiace tanto, ma mi sento male quanto io ho visto adesso arte moderna, che non ne fa niente per me a cuore, non ne fa niente per me a animo. E questo è molto peccato e molto triste. Mi sento molto male, molto triste. Ma io spero, io credo in futuro, a presto futuro, Italia
devo fare rinascente e rinascimento. Viviamo per questo, ragazzi. Beviamo, beviamo. Salute e viva Venezia. Ciao Fiori. Oi. Cheers. Sempre con voi, Sergio Vladi. Mi manca Venezia, sinceramente. Ciao a tutti. Cheers. E così, eccoci qua. E per quello vorrei dire che magari in presto futuro cultura russa e cultura Italia, di Italia, devo unite, devo fare qualcosa insieme. E questo è verità, e questo è verità. Salute, bye bye. Так разгуливают религиозные люди.